Рад видеть. Что пред... Лучше не бывает, друг мой, поверь! Не забудь. У тебя есть одна. Пропал один из моих. Я бы. Мне пора. До свидания. Что ты видишь?
Помогут тебе норны.
Наш король Родри здесь. Молит нас о мире на коленях. Мире? Кому нужен мир? Thank you.
Отойди, Сюнин.
Подними кубок! Ну, давай! Ягненок, и тот сильней! Ну же! Я плечо выбил! Так встряхнись! Ха! Не береги силы, нападай! Не так уж плохо, но бей жестче, грубей, бей между ног. Ты учишь мальчика или пытаешь его? Второе переходит в первое. Здравствуй, Эйвор. Значит, мое послание прибыло вовремя. Переговоры с бритами еще не начались. Я буду рядом, когда дойдет до дела. Мне нужно знать что-то еще. Прибыл почтенный король Родри, и я буду обсуждать все с ним. Родри жаждет мира с тех пор, как мы схватили его брата, Хлюпика Гуриада. Имя такое, словно кто-то блюет. Гуриад ап Мервин. Родри ждет в церкви неподалеку. А кто же представляет Широпшир? Предыдущий элдерман пал в битве. Его заменяет епископ Дерлов. А потом власть получит этот щенок, раз так хочет его отец. Мысль о том, что я буду править Широм, меня несколько пугает. Не бойся, пока не займешь место элдермена. Кто знает, что изменится к тому времени. Отец считает, что я уже готов. Не хочу его подвести. Будущий элдермен должен участвовать в переговорах. Будь вежлив. Родри король. К нему стоит относиться с почтением. Родри ждет, что мы рухнем на колени и станем восторгаться тем, как пахнет его зад. Уж поверь мне. Ты его знаешь? Мы встречались. Это его подарочек. Может, я смогу отдариться. Не зря меня зовут погибелью королей. Ивар, лучше останься здесь. Иначе переговоры точно сорвутся. Мне нужны вы оба. Чтобы помочь и понять, готов ли я. Тогда дай слово, что не обнажишь свой клинок. Эйвор, не смеши меня. Ты знаешь, чего стоит мое слово. Ну да, я оставлю переговоры тебе. Может быть. Отлично. Что ж, идем в церковь? Наши гости ждут. Церковь на другом краю деревни. Мы воюем с бритами уже почти 2 года. Бриты немало повеселились, пока мы с братьями не проредили их ряды и не загнали брата Родри в канаву. И теперь Родри хочет мира. Из-за Ивара. Буду рад послушать его жалкое хрюканье. Хотя предпочел бы предсмертный виск. Беречь наследие – это важно. Наследие? Я погибель королей. От меня не все сумели уйти, как Бургрид. Будь сдержан, Ивар. А где твой самодовольный братец? Мы расстались в Ледочестершире и с тех пор не виделись. Признаться, я за него беспокоюсь. Я уверен, ты обойдешься и без этого гордеца. Король Родри и наш епископ Дерлов ожидают нас в церкви. Эти дома Христа, глянешь и сразу знобит. Но внутри тепло. Господь объединяет короля Родри, епископа и меня. Мы заключим мир в его доме. Трусы, бриты, мерзавцы! Капитан Иннер, объясни епископу, что нам нужно. Да, мой государь. Епископ Дёрлов. Мы не станем заключать мир, пока нам не вернут Гуриада. Брат короля сейчас... Брат короля – просто вонючая кучка навоза. Ты... Я тебя знаю, Ивар. Прозванный Бескостным. Это ведь я оставил тебе тот шрам. Это так. Я отплачу тебе тем же, вонючая свинья. Раскрою тебе череп! Хватит! Вы оба! Милорд, это Кёлберт, будущий элдермен этого Шира, и сын Кёлвульфа, короля Мерсии.
Зеленый юнец? Элдермен? Он и отлить сам не способен. Прошу, успокойтесь. Проявите терпение. Ты знаешь, чего я хочу. Пока мой брат Гуриат у вас, миру не бывать. Ему повезло, что он у нас. Этот трус напоролся на свой клинок. Я скоро проткну тебя твоим. Муж мой, не горячись. Нам нужно найти способ заключить мир. Всем нам. Сперва мой брат. Сперва твоя башка на копье. Прочее потом. Муж мой, нет! Довольно. Это дом божий. Думаю, нам следует прерваться и слегка остыть. Эйвор, на пару слов. Хоть мы и не знакомы, Кёлберт уверен в твоей рассудительности. Она нужна нам. Может, уже поздно. Вороны войны уже слетелись. Я скопил немало серебра. Поговори с людьми и предложи его человеку, который поможет заключить мир. Вы маг? И рыбодвесы, и рыбодвесы. Король Родри, что тебе, Дан? Хочу помочь заключить мир. Миру не бывать, пока не вернут моего брата Гуриада. Как только ты заключишь мир, его освободят. Увесистый мешок серебра поможет тебя убедить? Меня не подкупить награбленным серебром. Убирайся! Болтовня! Сплошная болтовня! Мы зашли в тупик. Боюсь, миру не бывать. Не страшись. Ты еще станешь Элдерменом. Эйвор, друг мой. Я последовал твоему совету. Значит, ты сделал выбор? Кому ты решил отдать серебро? Я не готов принять решение. Прошу, немедли. Ивар! Запри двери, прирежь этого Борова и дело с концом. Серебро усмирит твой гнев на время переговоров о мире. Мир? Думаешь, его можно здесь добиться? Я же сказал, я знаю эту свинью. Так что насчет серебра? Может, да, а может и нет. Когда получу серебро, буду знать наверняка. Если вдруг раздобуду серебро, я подумаю. Подумай. Теперь ты суешь мне серебро! Ты так боишься бритов, что пытаешься воевать звонкой монетой? Гуриат, верно? Брат короля Родри? Именно. Безвольный страдалец в вашей игре. Насколько вы с братом дружны? Он и правда любит меня. Но часто бывает глуп и упрям. Будь я королем, все сложилось бы иначе. А если выпадет случай? Занять престол? Я принял бы его с радостью. Но короля не свергнуть без серебра. Придется подкупать Тенов. Ничего не обещаю. Но могу попробовать найти серебро. И что взамен? Свергни Родри. Уведи войско бритов из Широпшира. И впредь не посягай на эти земли. Если ты не лжешь, я пойду на эту сделку. Попробую найти серебро. Такие дела решаются только кровью. Госпожа. Отреним гнев и подумаем, как заключить соглашение. Что тревожит твоего мужа? Война опустошила нашу сокровищницу.
И теперь, Родри, не просто принять любое решение. Серебро поможет твоему мужу сойти с пути, ведущему к войне? Если сокровищница пополнится, он точно захочет заключить мир. Если серебро появится, я подумаю. На, хватит с меня болтовни! Ты из свиты Родри, да? Один из его советников. Верно. Я Инир Абкатвор. Зови меня как должно. Скажи мне, воин, твой король слушает тебя? Он ценит мои советы во всех делах. Если я призову к войне, он ее продолжит. Если к миру, согласится. Мы хотим добиться мира. Может быть, мешочек серебра убедит тебя дать королю нужный совет? Мешочек, говоришь, и все мне? Да, я готов дать ценный совет королю Родери за вознаграждение. О, да. Ты мудр, воин. Возможно, у меня скоро появится серебро. Но тогда дай мне знать, когда это произойдет. Гурет. Мы договорились? Ты найдешь мне серебро? Что скажешь? Возьми серебро, свергни брата, и мы поддержим тебя. Я пролью его кровь, едва выпадет случай. Нужно все рассказать епископу Диорлафу. Эйвор, друг мой. Я расспросил и других. Ты уже принял решение? Ивар раздражается все сильнее. С помощью этого серебра брат Родри свергнет его с престола. Он поднимет восстание? Это точно был мудрый выбор? Родри, ты насмехаешься! Сразись со мной! Один на один! Нет. Сейчас! Ивар бескостный, бесхребетный, бессильный. Ты меня не убьешь. Смерть мне несет дракон, говорят провидцы. А твой братец? Что провидцы сулят ему? Гурят! Клянусь Господом, я... Уведите их, ну же, живо! Смерть бескостному! Залейте церковь его кровью! Слишком легко! Ивар! Что ты наделал? Эйвор, друг мой. Я расспросил и других. Ты уже принял решение? Ивар раздражается все сильнее. Твое серебро отныне в достойных руках. Теперь молись, чтобы твой бог помог нам. Роды, ты насмехаешься! Сразись со мной! Один Ивар, на один! Нет. Сейчас! Ивар бескостный, бесхребетный, бессильный. Ты меня не убьешь. Смерть мне несет дракон, говорят провидцы. А твой братец? Что провидцы сулят ему? Гурят! Клянусь Господом, я... Уведите их, ну же, живо!
Смерть бескостному! Залейте церковь его кровью! Рохля! Ивар! Что ты наделал? Дипломатия викингов. Покажем им, на чьей стороне сила. Ивар, миру теперь не бывать. Ты слишком ценишь мир. Это лишь пустые слова меж ударами топора. Боже, это чудовищно. У нас нет выбора, остается лишь сражаться. А, пора испытать тебя. Боже, прости нас. Не зевай, Келберт, защищай меня, а я так и быть спасу твою шкуру. Господи. Тебе лучше переждать здесь. Помоги мне с этой дверью! Yeah!
сказать епископу, что бой окончен. Славно держался, Этелинг. Нам не нужна была эта битва, Ивар. Зверь, ты убил брата Родри. Теперь нам точно не заключить мир. Заключить мир с Родри столь же вероятно, как умереть девственником. Невозможно. Он слишком хитер. Ивар в чем-то прав. Родри истово ненавидел нас. Нам не суждено было заключить мир. Видишь, Этелинг, Эйвор понимает. С этими лживыми бритами мира не достичь. Прошлого не вернуть. Нужно решить, что делать, пока бриты не напали. Уверен, они вернутся в свой замок. Он почти неприступен. Голод страшнее клинков. Лишим их еды. Они сами запросят смерти. Боже. Война несет лишь смерть и невзгоды. Дерлов, у нас нет выбора. Ты хорошо знаешь эти края. Как нам помешать бритам? Они хранят все свои припасы на заставе Уэнлокон, к югу от Квадфорда. Я уже побывал в Уэнлоконе и забрал все запасы. Прекрасно, Дрэнк! У Родри есть и другой источник припасов. Спроси беженцев у реки. Он выгнал их из захваченных деревень. Войска Родри будут готовы куда раньше нас. Да. Его воинов поведет Инир. Их лагерь в Уэсбери. К западу от разрушенной башни. Мне не нужна твоя опека, Эйвор. Я отправлюсь в Эсбери, осмотрюсь. Знаю я, как ты осматриваешься. Всегда льется кровь. Я не изменен, как приливы. Я отправлюсь с тобой. Мне нужно самому увидеть, что именно нас ожидает. Тогда я найду вас в Эсбери, когда закончу. До встречи. И еще. Нам нужно больше людей. Освобождай пленников бритов, где сможешь. Они пополнят фирт. Готово. Понять бы, где они берут припасы. И Родри сам начнет умолять о мире.
Я перепью даже зубра! Кто хочет убить... Прошу, осмотрись. Кто знает, что может понадобиться в пути. Рада помочь с запасами. Это все? Друг или враг? Тише, друзья. Говорят, вы знаете, где бриты прячут свои припасы. Значит, мы тебе друзья? Разумеется. Ты уж прости, но трудно доверять данным, которые столько лет нас грабили. Да, у меня нет права просить вас о помощи. Но я сражаюсь, чтобы закончить войну. Если ты борешься с мерзавцем Родри, я расскажу тебе все. Бриты везут свою добычу через Дхустонский карьер. Видишь башню на юге?
Там были холмовые врата. Карьер немного дальше за ними. Спасибо. Постой-ка. Если тебе нужна помощь... Возможно. Там в карьере много славных парней из Мерсии. Они служили Тену Мертону. Если бой будет неравным, выкрикни его имя. Тогда они помогут тебе. Слава Тену Мертону. Ясно.